Слава, сопроты закончились, да, я, если что, пару сдаю Поставьте пятку. ГБ. Кстати, да, вот сопротик было бы... А, у меня есть. Отмена, нахуй. Так, сопротики. Вот. Чё? Расскажи вкратце, что делать. Я здесь не Кто? был, не... Босса Да. просто бьешь и все. От ветерков отбегаешь, как на Зуламане, на Зулджине. Бьешь босса, блядь. Рейд бьет кого-то, вот ты и бьешь. Все, вот тебе пятерка. Сначала бьем. Ну, сейчас посмотрим. Ебать ты объясняешь тактики охуенно Так просто. а хули тут объяснять? Просто бьешь и все. Тут реально бьешь и бьешь, ё-моё, на РДД. Только Бля, ветра не смотри, встаешь. блядь, вот тут есть мобы, нахуй. Вот этот каратрес, это босс, блядь. Хранительница Карибдис, это баба, нахуй. Стой, не те на метки ставишь. Звезда, звезда. Спасибо, Шаман. блядь. Спасибо за информацию, блядь. Шаман в квадрат бежит. Первым убивают череп, нахуй. После черепа рейд убегает бить звезду. Звезда, он там за колонной стоит. Ее держит гомосек, нахуй. Все, ты, блядь, бежишь с рейдом и бьешь, нахуй. Отбегаешь от ветерков, блядь. Серьезно? Не видел, нет. Ебало свалило. Все, значит так же меняйтесь местами. Хулидринг переводит квадрат в квадрат, Юля переводит босса в крест, нахуй, спиной в крест. Две частицы на нее, нахуй, хилим рейд, блядь, призен хилит. В луне нормально, да? В луне хилит Хулидринка, мы хилим призена и рейд, и все, и пиздец, блядь. Убиваем одного, второго, третьего, четвертого, нахуй. Шея анролл, миродробитель анролл, нахуй, Т5 анролл. Ноги анролл, блядь. Миродробитель пойдет на трансмотр. Я ебал нахуй. Куда пойдем? Будет овелами. Три не спадаешь на анрол тоже, да? Слав, ты телепонипал. Ты мейн Еще раз. телепонипал. Тихо. Принимайте меня. Чекните свои сопроты. Алло. У У меня кого сопрот? 48 минут нахуй сопрот. Притон, блядь, бидон, блядь. ДД фласк. Нет, у меня нет. У меня только за репу есть. Нахуя тебе ДД фласка на саппорте и живи, блядь. Дай ханту, МВП ханту, дайте. Нахуя тебе ДД, блядь. Че, примерно за 10 секунд до звезды отбегай, да? Да. Ну это уже когда босс будет. Ну я вообще так спрашиваю. Ну это, блядь, нихуя себе, ты просто не будешь бить нахуй 12 секунд. Нахуй. Ну там дефы Пиздец. какие-то, в какие-то, типа, Притон касты можно подошел. дефы прожимать. Притон подошел, прием, блядь, начинаем. Давайте, блядь, принимайте Это готовность. Ром на этой, на звезде, если у этого кратреса там почтуешь, там первую пати, где консерватор Хойдринг Хухмастер. Полидринг, все На готовы, помощь проверка тоже. завершена, блядь. Давайте. Отчет пошел, блядь. Рано пулить. Да, минус припод. Похуй. Геру этот и черепок разъебан. Хаста. И что, блядь, с черепком? Не знаю. А чё крест делает, что-то я не вкуриваю. Почему он не уходит, босс? Босса кто уводит? Юля, уводи. Сейчас У меня сейчас разъебет. каз будет. Каз! Рванёт. Он звезда, ушли. Слава богу, блядь, что там никого не было, нахуй. Не расстраивайте деда, нахуй, ёбаный в рот. Ветерок, ветерок. Заломалась, пей банк. Уф. На тебе пиявка, не пей. Не... Надо мне на второй раз уже банку кидаю, эту пиявку ты кидать, нахуй, я одну уже выпил, блядь. Я полностью без маны стою. Да. Нормально, ничего. Та так и порез. Нельзя. Ты мне его, пишешь, да? его сбреет в миле. На притоне. Притон, пей банку. Да, это же лок. Притон лок. Но... Ему похуй Ему вообще похуй, на да, он деснит. Вену порежу. Сколько там хп нахуй? 28. Блять, бабл. На войде. Я бабл нажал. Мы слышали. 15%. Неужели? Ну, да. Давайте 5. готовьтесь.
Меняйтесь местами. Перебегаем. Юля сюда. Дэв, дайте. Юля, не зыбку, Юля, не зыбку. Давай. Забывайте каски пить. Блять, призен, сука, не достаю тебя. Вот. Я у нее что покидаю, короче, твоя. Призана, только не проеби. Стараемся. Друид инвалид. Иннер повоит. На хп что-то, сейвы какие-то давайте там, блять. Мелизона чуть не сдохла сейчас. Смотрите внимательно. Пасифей, подойди ближе. Все. Пиздец, блядь, так тяжко, нахуй. Вы хель-хелишь призана? Помогает, это пиздец. Страхую. Сейвы, массивы у кого есть сейчас? Гиндал. Что там у Боба, сколько процентов? 25. Давайте добивать. Дайте Инра подохили. КД. Мелизону захильте. Могу только ты гим дать, если хочешь. Да, давай бидон на ману ставь. Призен тоже ставь нахуй. Гим даю на ману. Пиздец, кас не кикал. Спасибо. Тяжко, сука. Призана. Все, убили. Все, на пидора бежим, на шаманчика. Шарманчика. Подводи его тогда, чтобы мы меньше... Подводи его, да, надо, быстрее. Нормально, верим. Сейчас просто захиливаем тотем и все. Юля, переводи в центр. Это, наверное, нужно. Сделайте так, чтобы мы вас доставали, нахуй, алло, блядь. Переведи шамана с горы, сведите его, блядь. Не могу вас видеть, нахуй. У меня частица на Юле, блядь. Сюда сведитесь. Встаньте, блядь. Вы же не на арене, сука, чтобы лосать хил. Вот так получше. Чё-то инера какие-то, что-то оформите там, я хуй знает. Нет, нихуя. Там куда еще все? Гимнаману есть. Давай. Вадикун инер по войду, да. 37. А друид инвалид по вархиль. По откат. А типа пинать этого пидора заебал, нахуй. Сейчас хук мастер откинул. Он дольше всех умирает. Смотри, еще такой нюанс. Хамазек, ты с руки подходишь и бьешь, блядь, босса, навешиваешь свой дебаф на босса. Иди, навешиваю уже. А, сейчас не навешиваю, босс же... А, босс на хулидринке, все нормально. Навешивай, иди. БР отдать? БР... Нет, пока не давайте. Сейчас добьют, пускай, чтобы ты там... Он пока переставит их через секунду, чтобы не уронить его. СС откатил. Миддар, давай гимн хп. Не знаю. На ману. Кому-то из миликов надо СС дать. Мне кажется. Да нахуй, блядь, что милики? Да, босс. Все. Да. Вот сейчас побейте. Потом заранее, секунд за 10 до каста отбежите, нахуй, заранее, блядь. Вас не спасут никакие сейвы, блядь. Вой, че ты вторую пати, помогай, Варахель. Короче, я на всякий случай дам массейв. Вы отошли. Давай. Я дам массейв на всякий случай. Ну, это типа не для вас, миньки. Лучше отойдите, нахуй. Вот. Вот, эти бьем. Теперь спокойно бьем дальше. Все, это по КД повторяю. Я даю. Вадикон, БР. Лапку, каску, пристабав. Быстро в него. Он не встал еще, блядь. Захилим.
Хамазек, давай, молодцы. Отбежали, отбежали, милки уже ушли. Уходите заранее, таймер же ДБМ показывает. Он пиздит. Кэтсори, ну, он пиздит сильнее. Вообще, прям. Но он не пиздит. Да пиздит. Да пиздит, блядь. Он говорит заранее. Хуяся заранее показывает, нахуй 2 секунды отбежал, это... блядь, он через... Я, тихо, я говорю это, потому что, во-первых, у меня нет информации, когда будет ледяная заморозка, нахуй. Она раньше намного дает. Она? Нет, она по-разному дается. Они по-разному даются, в зависимости бидон от того... Бидон сухой, алло, бидон сухой. Это в зависимости и от... И нора в КД. Все в КД, блядь. Хильтесь так, нахуй. В зависимости от того, когда убита баба и шаман это дается. Это надо уже по видео смотреть. ДБМ никто не писал под это. Пускай подойдет и бьет с руки его, блядь. Дайте его джару. Нет. Ага. Все, блядь, заранее отбегайте. Только после кадра. Сдохните нахуй, пизда вам нахуй. Лучше отбегайте заранее, все будет нормально. Давайте, у нас 2 минуты до берсы. Да, спокойно, все нормально. Только по мане, только по мане хуёво делайте что-то по мане. Дай возложение гомосек на Войда. А, хулидринг на Ворохеля, дай возложение рук. Лёха, возложение дай на призвана. Иннер по бидону через 10 секунд. А друид инвалид, давай Войда. Бидон подкат, тут атем поставишь прям сразу. Давайте, добивайте это говно. Ну 20 хп, 20% хп порезано вообще легко, нахуй. До хилов побольше, и все нормально. 7 хилов. Блять, а хули смешного? Ты видел, как напряжно хилить, блять? Я видел. Это пиздец, блять. Там рейд, ну, каждые 6 секунд. Ну, срок ГЦ, ребят. По 20 секунд. Не почувствовалось. О, сектант я забираю. Почти. Прикольная хрень. А, ебать, сектант, блять. Вадикон ГЦ, хули. Не будет. Шаману прям, ГЦ Юля, ГЦ Лёха. Так, у Юли что будет? 4 куска, да, на этом? Да. А, Вилани же нету, да? Ну ладно. 4 куска Юли, да? Да. Ну, да, да. А у Лёхи получается, типа, ну... 2 куска. 2 куска, типа, ладно. Так, мне надо сейчас записать в таблицу. Там ну, что делаем, у нас 40 минут еще есть. А вот это у кого будет, ты говоришь, вот это второй Пристовский, это у кого будет? У Лёхи. У какого Лёхи? На... Лингрена. А, это шамановская, блядь, я подумал, это Пристовская. Лингрен будет 2 куска на протопале, да? 2 на протопале, да. Угу, угу, угу. Ну, я думаю, протопал будет лучше, чем, блядь, рейтрик, потому что сейчас Т4 апнули. Третий кусок ниже приоритетом, чем второй, так что третий кусок потом. Так, это, пошли. Слышишь, пошли... Давай, может, даже чуть... Пошли на Вайшу сходим, посмотрим, нахуй. На Вайшу потом сходим, пошли в Вора на робота. Робота, блядь, мы может, сейчас просто... Там трэш сейчас тонкий, мы с первого трая убьем. Пойдемте до соляры трэш почистим. Да че до соляры, можем пойти сейчас робота убить. Пошли Вайшу пиздить. Ладно, хорошо. Идем на робота. Хорошо, хорошо. Вайшу мы точно с первого трая не убьем, так что... Если повезет, у нас сейчас будет этот ДЦ 2Т5. Да. Холик 2Т5. Да. Этот самый. Или Холик 2Т5. Сука. Дайте мне пока пиздануть. Пока долетим туда, пока, блядь... Пока... Ничего, что у вас маг есть. Ничего, что с маг есть, и можно... А ничего, что у нас, да, то... сначала хилов надо. Ничего, на полчаса задержимся. Этот самый, блядь. Дайте я запишу, нахуй. Это, скажите мне, кто сегодня что лутал по Т5. Мардаун кисти. Так. Реалист кисти. Это у тебя первый кусок, подожди. Да. Ну, кстати, Лёх, у тебя уже 2Т5? Да. Мы в око летим? Так это если упадет там опять павловский токен, мне кажется, типа плечи можно Ворохелю отдать, типа, ну, 2 куска холик будет еще, типа. Ну, Ворохели просил плечи. Ну, тогда. Вот. Так что, типа, ну, я думаю, око, да, профит начал очень сильно. Так, мартаунт. А у Лингрена нету, типа, какого-то токена? У него 2Т5 уже. У него вот на протопале, этот самый. У меня руки и штаны. Я тебе пишу штаны сейчас. А кисти еще вторые какие выпали?
Прист и Пал. Пал плещи забрал... с робота, да? Да, плещи с робота будут у Варахиля. Что у нас по воронкам в ГБ, ты мне скажи лучше. Нихуя нету. Этот самый... Кто он, блядь? Вообще не... Там ничего. 5 или 6 я видел. Блядь, я прошу, скажите, кто лутал, блядь? Варахиль... Чё лутал? Руки, да? Кисти, да. Кисти, да. Мардаунд, по-моему, перчатки. Так, где это? Да, я тоже так сказал. Так, можно до соляда трэш почистим, нахер, блин. Робот да заебал, ну робота хотят. Робота убьем, типа, и все. Робота хотят убить. Слышишь, смотри, давай три воронки Лехи, и давай три пока воронки не надо. Юли. Не спешите, блядь, когда надо будет, блядь, когда это сыграть. Ну, Юли, типа, четвертый кусок можно сейчас давать. Лехи, Лехи, сейчас этот кусок не надо, сейчас проедем. Алло, Войд, порт, прыгни, блядь. Куда прыгнуть? Порт, прыгни. Я в Дискорде, блядь, занят, нахуй. Ты мне говоришь, порт, блядь, прыгни. Переместись. Ну, мой, значит, сам побежишь, блядь. Агрессивный какой, блядь. Пошел лохам, да. Ебаный. Давай еще раз говорю. Ну, стопудово три это, Юли. И посмотрим, что сейчас выпадет с робота. Тогда я тебе скажу. Я тебе так скажу, блядь, этот ДЦшник 2Т5, нахуй, по приоритете не всех будет, блядь. Ну да, это понятно. Поэтому, поэтому летим если... туда, на робота сейчас, и после этого уже будем думать. Не, ну если типа выпадет Престовский и Паловский, то мне кажется, резоннее отдать, типа, будет, ну, и Танквили, и Роме. Типа, ну, два хилафта 2Т5 будет, типа, это заебись. Ну да. Ты давай, Димон, расчехляй второй монитор. Все, летите. Я в космоворот уже лечу, блядь. Дайте мне дописать. Этот. Напишите там что-то. Я открою, я уже открыл. Руки. Неравис, Твиминовский, 2-3 минуты АФК надо мало их встретить. А кто еще давай, штаны давай. Утонул? Вот сейчас кто утонул? Юля и Лех. Так, у Лехи 2, а у Юли получается 4 куска. 4, да. Все, отлично. Все, теперь написал, все, летим. Где, это, лок есть там? Лечу. Да, летим, ёпта. Ну у вот. Нас есть у Коли Дринка 4Т5, если что, при том. И да, да, и слышишь. Ну, это Пала, это ДК, две разные. Что дать? Юли, сейчас дай, пусть она откроет, и два танка будем танчить. Так. Ну это, там Сумонти. Призовы все уже? Вот я же говорил, блядь, когда не рфанут, нахуй, тогда ее убьем, блядь, по-другому, потому что вариков нет. Получается, наныл. Ну, блядь, наныл. Пойдемте с Ванем Бретона. А он где? Пошли, Вань. Да я, мы с Ваней пошли уже. А, он еще, блядь, далеко летит. Начинай кастить, Ванек, я подлечу. В смысле по чилю, блядь? Ты ебанулся? У нас робот. Витя, у нас робот. Ничего побегаешь, нахуй. В одного летит, в другого не летит, блин. Нормально, нахуй. Один побегает, один под частицей постоит. Или два по частицам постоите. Да хули там сейчас этот, блядь, они же питомец там первую строчку наносят. Ну да. Давай-давай, нет, не мороси, нахуй. Сейчас два ханта будет. Типа, блядь, ты бегай, Кусака за тебя все сделает. Да. Тем более, что, блядь. Там Кусака задумал. Кто там на замене у нас сейчас есть? Там Лианочка была, в принципе. Давай Лианочку в рейд. Тогда Витя это почилит. Я вообще-то не хотел его отпускать, ну ладно, блядь. Ну, Пасифия на рендже побудет. Алло, блядь, сейчас я, блядь... А она умеет на рендже? Знает, как стоять там на рендже? Так, что у меня там? Стояла уже вроде. Система лута. Так, я подставлю. Каратрес сотка. Каратрес сотка, это получается мы убили
на 300 импы, нахуй. Хуя мы жесткие. Ну, за первый килл дай хоть дополнительный. Ну, вот видишь, понерфили и живем мы теперь ровно. Ладно, нахуй. Двойное даю за каратреса 2 сотки, нахуй. Вот 4 сотки, ебать. Вот, жестко, нахуй. Просто ровно, ебать. Давай, ставь шкаф. А чё я хочу, нахуй? Я нихуя не хочу, нахуй. Как всегда. Пиво хочешь? В смысле ты не хочешь? Не, блядь, самогонки давай, нахуй. Я на самом деле Т5 хочу на все спеки, нахуй. Ну тут видишь, блядь, какие дела, нахуй. А я и Лема Т5 хочу. Там ебанутая ОЕшка появляется, нахуй, пиздец. Я ещё я когда увидел, я охуел. Сотрясение? Да, ебать она ебашит там. Ну это спиздили же в старшей версии, которая. У нее там вообще там что там у нее по 50, там, по 30, по 40 тысяч за тик нахуй там. Она кадешится 10 секунд нахуй и висит она там секунд 10 там тоже, блядь. Там вообще ауешка охуевшая. Что, может, просто. Там на личе просто эти сферы можно заливать только так. Пока ты эту ауешку стелишь. Нет. И сферы тупо не успевают с лича выходить. Бля, я бы ШМ хочу Навара. Ну чё, тыкайте. Жареных гвоздей не хватит. Бля, я хочу этот Вухан на приста. А я хочу себе ботинки хостовые. А я хочу миллион долларов. А я хочу и, жить. И, блядь, сразу нас. Ну жить и жить дальше. Да. Чё жить рано? Погнали. А я не хочу, нахуй. Книжку Джайны хочу. Книжку, блядь, прочитаю, блядь. Из Фалара, Фолиант. Да я уже читал, не понравился. Ебался. Че там по хилу, кстати, есть какая инфа, нахуй? В смысле по хилу? Я скинул гильчат тебе. Это за хил плюс абсорб. А есть абсорб отдельно? А, чуть больше я скидывал чисто абсорб. Ладно, с тем учетом то, что я, блядь, стоял весь бурст АФК, нахуй, на ебаном. Слушай, ну нормально, нахуй. Вообще нормально. Я еще каким-то образом, нахуй, 18 тысяч набил, блядь. Пиздец. Я доволен. Тредом абсурд, ебать. Ну заедусь. Чё мы ждём? Давайте пульте чистим. Ну, давайте. Кульдрин тут, не? Кто-то читерит, в 4 раза припот выпил. Да. А хули умираешь, БР дают там. Да, ну, дам этого лутера. Ну ладно. Кто там есть танки? Собираем. Юля, иди сюда, иди врывайся. Это что, я сюда топ ХПС подал? Нормально. Так вот надо играть. Жать эту хлопочку. Это дыхать. Человека, которого в контроль берет, вихрь кидаем. А не убиваем, блядь. Чё? Ты Юле ворон кидал? Нет, еще. Так, Лёха в танке, да? Так а что, может мы два танка попробуем туда напоебашить? Да. Сейчас трэш не пулить. Лёха в танках, Амазек в танка. Юле давай воронки, Юля иди чарься. Быстро засунем. Поставь ГБ, подойди сюда ко входу. Юля, сюда иди. Запулили, бейте. Блять, кому руки, сука, подбивать нахуй? Пускай бьют, блять, похуй, захилят. Дайте ГБ кто-то, а вот есть. Так, ну вот тут у меня 5 было, вот получается я с этой соединяю. Вот я 3 ей даю, у меня 3 остается в ГБ. Надо хотя бы, чтобы 2Т5 открыть еще 3. Ну короче, посмотрим, это прям приоритетная хуйня, ДСшника сделать. А если шо, я дам свою кому-нибудь воронку. Вот иди открывай. Потом сумунем. Пока трэш почистим. Так, я у Лингрена там лутер. Ты иди танчи спокойно, на те частицы, все, поехали. Гамазик, смотри, легионера в сторону от рейда отводи, он БШ крутит. Точечно его забери. Сокру дал, потом продлишь через 3 секунды. Консилятор и контроль. Давай мы сокру. Дал фирму. Прорицателя вон бьем в первую очередь. Слышишь, а что там с клавиши на третьей фазе, я уже не помню.
Там скаты вылетают, вверх становятся и кидают лужи зеленые. Из них надо просто выходить. И все. Ну, она там еще удар дает. Там какая-то, какой-то нюанс с танкованием есть, но... Я так уж не вспомню, там подробно не объяснишь. Да, надо будет посмотреть. Надо потанчить. Ну там, там... Надо не посмотреть, а просто попробовать. Там... Попробовать. Насчет хилов, вот я не знаю, нахуй, как нам будет комфортнее там. Скорее всего, 6 комфортно будет. Дамаг там прилично идет. Там самый нюанс в этой, в позиционке. То есть... Туда локов надо. Почему локов? На вторую фазу. Да, хотя бы... Не убейте, дайте контроль. Одного хотя бы хватит лока. Ты про то, что типа... Да, да, да. Иди, телепортироваться. Ключи. Да, ключи. Да, через... это и без лока решается. Просто так удобнее. Там весь нюанс в том... Локами удобнее просто. Ну, удобнее, быстрее. Но весь нюанс в том, что люди должны четко понимать, какой моб что делает. Вот если зеленый, то нужно анонсить и называть направление, и челики, которые рядом стоят на телепортах, на каких-то на тапках, должны подбегать и помогать зеленому зернуть. Потому что если его за отведенное время не убить, он... Там они выходят каждые 15 секунд. А, что-то с другое сделали? Нет, что это не то, что. Каждые вот. 15 секунд зеленые, что ли? Да. Ну, тогда это вообще жестко. Вот и... Проходите. И фишка в том, что нельзя проебать ни одного. Ну конечно нельзя, блять. Ну тогда это супер напряжно становится. Ну, там надо все, чтобы... Как вот эту игру, которая этот кожаный мяч там не кидали, вот эту хуйню надо, чтобы все понимали нахуй. Надо макрос всем написать. Вот. Типа тоже сгореть? А? Вы можете отойти нахуй или что это, блять, IQ дохуя? Вы видите, БШ крутит. На X2 тактика не отличается, да, от X4. Раньше все было по-другому. Когда выпустили X4 и открыли здесь инст, они переделали таймеры. Тактика, в принципе, та же самая. Тактика та же, но интенсив большой. Сейчас интенсив не такой, как раньше. Тайминги могут быть другие, а тактика все то же самое. Раньше между призывами зеленых было около минуты, нахуй. И вот он появляется, он через секунд 10 исчезает. То есть, если ты не успел его зазергать, забурстить, то он исчезнет просто без лута, то есть. Вот, и ты эту магму не лутанешь, чтобы стойку сломать. В этом вся фишка. Они появляются то ли 6, то ли 7 точек спавна есть. Вот там примерно на 3 части рейд делится. Я вообще первый ФК делал в своей гильдии, я на 5 групп делил, 5 точек. Но там камни так лежат, надо вот прям четко посмотреть. Я по памяти примерно помню, вот с каких мест они спавнятся. Вот. И надо, чтобы там ответственные люди были. Команда может, какая-то... Может, маленьких тоже заберем, может, с них тоже что-то будет. Или нам такое время. Бля, что так быстро-то падает? Ну, 20% срезали. Погодите, я приведу. Подождите, я приведу. А я приведу. Просто я помню, блядь, минут по две, блядь, бьешь этих мобов. А чё вы двоих ведете сразу? Смотрите, только одного заводите. Я понял. Хватайте одного вот этого. Кость, вот здесь просто побей его. Вот здесь побей его, и все. Я это у тебя похитил. Мы одного уже завели, а он там постоит. Сейчас пока этого убьем. Где он нахуй? Ты заведешь его? Заведите что, хоть нахуй? Одного. Да, он хамазека на меня, да, перепрыг. Кринж. Выйти один танк кто-нибудь со мной. Пошли. Все, стой внизу, сейчас я это поймаю его. А че, мы не можем все в одну точку стать, чтобы он не чаржился? Ну и не говори. В угол встаньте. Сука, в один раз, угол. Блядь, одно и то же. Я вот в угол заводи его и там танчится, да. А, уже все. Просто время из этого теряем каждый раз. Давайте следующего. Заводи следующего. Заводите кого там где. Все, кто там из ЛДДшников, идите пульт его про следующего. Алло, встаньте, пожалуйста, в угол ко всем. Либо в противоположный, рядом.
робот сейчас улетит, пиздец. Робот улетит, мы просто хилов побольше спекнем и все. А, чтоб массейвами не заморачивать. А нахуй ими заморачивать, нахуй вообще массейвы, когда хилы есть. Согласен. Чё там ведут дальше? Здесь что, Геру дали? Да, Геру дали. Ну, все равно оно откатит. Уже должны были привезти, чё вы там дрочите, блядь? Да, блядь, долбой полетел нафиг. Блядь. Ясно, нахуй. Водители, блядь. Сейчас я справа приведу, погоди. Я уже, блядь, сейчас слева. Уже веду. Вот уже идёт. В коридор уходить. Водильщики, блядь. Профессиональный платагон, блядь. Кто? Платагон, блядь. Самого. Вы как его поставили, блядь? Криво. Бить нельзя, ну. Ты хуесось танков, нахуй. Они поливают, нахуй. Четыре куска танки, блядь. Ну, блядь, у нас танки улетают, как спички. Танки моча, да? Сейчас будете танчить. Сука. Еще один последний. Я сейчас в ретрик аспектнусь и буду свои 38 давать, блять, в робота. Все, это последний. А вы потанчите на. И че, недолго тебе 38 давать. Скоро просто 8, как обычно, будете давать на ретрик. Не умничает. Хосту они там собирают, тринкеты там, туда-сюда. Расслабьтесь, блядь. А кто сектанта? Вадикон забрал? Да, да. Да. Скоро будете свой ДПС, блядь, собирать по полу. О, ты тоже. Как мелочь, нахуй. Ну, вот эрдрушник, кстати. Будешь ходить, это подайте на ДПС. Эрдрушник? Да, мне 24 резанут, я хуй пососу, как обычно. Мне интересно, эрдрушник в этом... Ну, он только в четырех кусках, конечно, заиграет. Но сейчас вот если мы Алара разъебем... Зарыгает. И Келя завтра, если разъебем... Зарыгает, то он и без этого. У нас появится перспектива выбивания четырех кусков эрдрушнику. Вот, а эрдрушник, он... В 4 Т5 он как, ну, полухэпал такой. Там, короче, такая жесткая смесь. Там как будто он и хэпал, и эрдру одновременно, блядь. Да я видел. Вау. Там пиздец. Единственное, прям что жестко? Только... Единственное, очень. Что только РНЖ у него нету большой, как у частицы, нахуй. Ну, там примерно такая же хуйня, как частица. Да я хуй знает. Вику сифилис ничем, блядь, не удивишь, нахуй. Это вообще, нахуй. Смотри, блядь, метеорит падает, нахуй, на твой город. Ну, блядь. Похуй, да? Похуй. Пошел, блядь. Пиво выпить. Пошел подкурить от него. Да ну еще раз разговаривать о том, чего нет, блядь. Вот можно. Там сейчас стража не с пульти без танков, алё. 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 Алё, алё, раз. Алё. Я второй. Ебать, сколько радости от убийства Каратреса, нахуй, я охуею. Воронка, ебать. Воронка, нахуй. Танк хватает. Я себе отберу. Жили мы ровно, нахуй. Ёбки воронки в цене, блядь, опустили. Кто опустил? Пидоры всякие. Кто опустил, блядь? Ники, нахуй, называй ГП, блядь. Сука, блядь, найду. Прикинь, челик в Долоране сидит, торгует, ему хуяк ГП прилетает. Сука. А он даже в гильдии не состоит, да? Просто ГП, блядь, система пишет ГП, нахуй, все. А я челиком так пугам, как ты говорил, говорю, ГП в ебу, даже похуй, что вы не у меня, блядь. Срез голды 25%, нахуй. Скоро вернется их цена, не хочется. Сколько сейчас воронка? Я, во-первых, не слышу тебя, потому что у меня музыка долбит, и я ебу. Я слышу, как ты орешь. Тебя воронка... Тебя музыка долбит? Что? Сколько долбит его музыка, ну. Да, так и есть. Сколько там стоит, говоришь, этот самый воронка сейчас? Воронки сейчас... 40, даже меньше. Да, даже меньше. Меньше 40, это же хорошо. Ты он можешь у наших, причем, купить, я думаю, со скидкой. Наших это у кого, нахуй? У меня. У Сэджу. А сколько у тебя их? Без скидок, нахуй. Сколько их у тебя? Одна.
Пиздец, ебать, ну прям я не знаю. Блин, там еще у кого-то есть. У Вархеля есть. У Транквиллы. Чтобы покупать там воронки, надо сначала иметь Т5, который надо открыть, нахуй. У меня его нету, нахуй. А, окей, не нужен. Все, тогда вопрос закрыт, нахуй. В натуре, блядь. Пока, прощай, Бедон. Бедон. Вы что, блядь, Волонир похоронили? А шо, блядь? Есть какой-то массейв, чешо, блядь? Угим дать хочешь? России, надеюсь? Опачки. Там я за угол. Я за угол забежал, какого хуя? Перу Гим могу дать. Вагон, блядь, Т5. Т4, вот это... Скоро будем, блядь, вообще Т5 челика уронили, нахуй. Бичи, блядь. Фулового, блядь. Прикинь, он к пугам, когда пойдет РБК танчить, блядь, охуею там по Гим. Нихуя себе Т5, блядь. Нихуя себе танк Весинста убивает и танчит сам, блядь. Слова, тут видел танков, протоваров, Т5. Так. Вика Сифилис, на мне такая херня не проканает. Забегайте сюда. Очень жаль. Заломанность где там дрочит, нахуй? А что за холидринк лежит, блядь? Алло, блядь. Ну, может, потому что надо рез? А вы чё, блядь, не резнули, что ли, или что, нахуй? Ну, там Вика Сифилис прикалывается. Кринж. Я ж тут главный ресатель, блядь. А где Юля? Я думал, паладина с вами... Юля, ты сделала там эту хуйню всю? Ну, шкаф поставить. Из своей лужи поднимаются или что? Как эти, как... Жидкий терминатор, блядь, из мочи такие. Да-да-да-да-да-да, такая. Она в каком спеке, кстати? Когда уж бичи, блядь. Слышишь, что? В каком она спеке? В Т5, в 4 ускорах? Первого, в каком она танчит. Она в седых холмах, блядь. А, в Бладе? Делает, наверное, еще. Шо, рассказывайте тактику на робота. Сейчас пизды давай будем. Просто бить. Давайте. Просто бить. Мне спек, ну собрать только тогда. Где там у нас? Пошли, этого большого бери, хулидрин. Керсори, танка тоже спек. Пошли, блять. Ну, я в ретрик хожу, да? Уничтожитель бейте. Когда он будет луч, вот этот стан ему. Одному этому я дал, блин, молодцы, нахуй. Ровно, нахуй. Молодец, свой. Ну, а терзе будет и мелких. Она фрост. Гляньте на эту шикарнейшую лужу. Быстрее, быстрее, быстрее допинывайте его, блять. Он усиливает моба. Второго. Ну фрост и фрост, похуй, блять. Чем бухтеть? Ну, шикарный офф-танк, прям шикарный. Главное, чтобы агро было хорошее. Это если для робота. Лужа вот главное, эту... чтобы жили мы ровно, блядь. Моба к стене, отойдите от центра, блядь. Сибитесь к стене, нахуй. Отлетите, блядь, в новую пачку и будет пиздец. Механика законтролишь. Можешь уже контролить. Иди контроль. Новый моб бежит, кузнеца бьем. Будем жить ровно. Кузнецам бьем. Опять умираете, да? А уешь тебе похуй эту всю хуйню. Что это у нас теперь? Каждый рейд превратится в поход в залы, блядь, с вот этими лужами желтыми, ой, белыми, простите. Деньги, а давайте... уничтожь этих глупцов. А что будет, если 4 паладина просто летят в этот... в РБК? Хуёво будет. Ты чё? Насут лужу, блядь, и всё. Обоссут себя, нахуй. Обоссут РБК, сынок до головы. Реально, кстати. В сущности, а ну-ка. Надо глянуть, просто гляньте, 5 ДКшников чистых, как они пройдут, и 5 паладинов. Кто быстрее? Паладины. Кто из них больше моча? Стелс РБК быстрее. ДКшники не смогут. А призван будет в хиле или в ДД? Хила нет у них. Подожди, ДКшников просто обоссут. Подожди, но можно сделать БДКшников с этой, как захватом руны, и все.
Да не надо там ничего, тебе надо только, чтобы танк не умирал, и все. Призан ну, пишет, тогда... хер раз два, что ты хилл. Обычные ТКшники могут дестрайки просто нажимать, и все, похуй поебать. Ляночка, забань второго механика, ага. Мелкого убиваем в первую очередь. Потом большого баны продлите. Пиздец ты, конечно, злой. Там ГП, тут бан, блять. Да слава, что ты хочешь. Ну, а тебе большого ебашим. ВКПБ. Всенародная коммунистическая партия большевиков. Как? Кого? Так, расшифровка. А, ВКС, что ли? Так, АБДСМ расшифруй. Да это он здесь. АБДСМ я не знаю такую хуйню. О, я знаю это дело. Умею, знаю, практикую. Да разбаньте его, нахуй его забанили. Разбань второго. Практикую на работе, начальник ебет часто. Знаешь, как бы жиза, но, блядь, все обидно. Работа хорошая. Так, да, Кирсори, твой... Мы все, куда контактик? Кирсори, твой триумф, нахуй. Т5 не идет в сравнение с отражением заклинания про товара, блядь. Давай, блядь, про товара расчехляй. А, то есть Кирсори, можно про товара, а мне про товара нельзя, я понял. Блядь. Сосать мордаунт, блядь. Ты, к сожалению, рефлектишь только огромный. Кирсори, череп, ну, блядь, сейчас повайпаемся, нахуй. Тихо, блядь. Бам, нахуй. Тихо, это. Так, Кирсори, череп, тайм. Разведите их. Блядь, а зачем хули дринк сагрил, блядь? Что вы делаете? Да он тарелку кидает там, похуй. Ну, ГЦ хули, нахуй. Отбегайте от него, он кастует взрыв. Чё? А, ничего уже. Забаньте механику. Туха еды, блядь. Добивайте, вон черепок добейте, сука, стоунти черепок, дайте этот, прожимки все. Вот, минус один. Ну вот эта хуйня, взрыв, отбегайте от моба. И все, и последнего добивайте. У босса 100 лямов хп, короче. Не пульте как попало, нахуй, ну блять. Все за вас приходится делать, танки, блять. Ебаные. Заебали. Давайте спикайте с танка, нахуй, я побью. О, я готов, дайте я здесь сделаю танк себе. Костя, я такой, я прям сейчас, слышишь, я взорву агро ГП танком, нахуй. Я прям вижу репичип, такой пришел робот, тащит, такой хуяк, блядь, хуярит, все, там удар, блядь. И такой хулидрит, блядь, шеймом такой стоит минуту, нахуй, потом бах, шеймом ему ебал, лужу налил, блядь, сорвал, блядь, умер, нахуй. Разрывная. Еще и, блядь, мобы со всего инста прибежали и заплевали, нахуй. Рип и чип, ебать. Да дело не в нике. Мне ник, нахуй, будешь танчить нормально. Да не хочу я не ник, это отсылка, это, блядь, вот кто знает, тот знает. Кто не знает, тот знает, тот знает. На рип и чип. На смерть, блядь. Ты глядела Хроники Нарнии, вторую часть, Принц Каспиан? Нет, это... глядел, все, сосед. Да, похуй. Вот. Тихо, там мышь была, рип и чип. У нас времени мало очень, это не пульте, подождите, блядь. 5 минут примерно. А ты видел, с каким он прям энтузиазмом взлетел, прям это, в лапе. О, заебись, так без этих загрели, все нормально. Блять, вы невменяемые совсем, нахуй, ну. Почему, ну, ты не можешь тарелку не кидать, блять, какое-то время? Дай ему отвести мобов, блять. Нахуй так пулите? Баба. Ясно, нахуй. Я вообще не понимаю, что в голове? Я отведу от одного, я отведу от одного. А хули толку-то уже, блять? А я знаю, кто это был. Второй дринк это был, блять. Там лок ударил вроде. Там притон был. Опа, ГП, нахуй. Осуждаем. Чё, где я был? Я, блядь, бан дал, нахуй. Не загрел остальных. Только роботов, блядь. А тарелкой, нахуй, остальное спулили. Понятно, блядь. Второго большого бьём. Этого делать. Фир киньте, кузнеца ебаного. Дал ему стан, нахуй. Холи дринк, блядь, на Олимпийских играх тарелку. Давай. Эвэй, иди нахуй за стенкой. Отошли, да. Блядь, взрыв. Я же говорю, все, блядь, за них делать приходится. В натуре, блядь. Первое место по метанию диска, мне кажется, вообще бы костя было бы. Метанию тарелки. А, меня застанило, мне пизда. Ну, хули, увы, блядь, а хули. Ой, моба подвели, меня застанило. Увы, я. Увы, а хули, сгинь, постылый, нахуй.
Механик перебегает. Бля, вот ты бы так всегда в Дискорд заходил, вот эту хуйню говорил. Ну, типа, место приветствия. Мне кажется, вообще бы норм гильдия была сразу закаленная, нахуй. Сука. Сгинь, постыл, и говорит, нахуй. Это с Терминатора, блядь. С гоблинского перевода, нахуй. Ты думаешь, я, блядь, не смотрел эту хуйню? Ты смотрел? Ты, блядь. Файвхэт, нахуй, сидит там, блядь. Завтра буду другую ряженку пробовать, это мне не понравилось. Не ряженку, а этот, ёбаный, кстати, я забыл, по бутылке стал. Айран. Айран. У Славы КПСС был обзор этих сырков, а у Воида, блядь, будет обзор этих танов, блядь, и айранов. Слушай, Слав, может, ты еще будешь это реакцию на тана записывать? Реакцию? Да, нормальная реакция. Нормально еще базарить? Да не то, не реакция. Подожди, а сколько у робота до этого хп было? 124, да? 180. Хэпруф или говно, вы? Че нахуй, 140. Ты шо, блядь? А, 140? Нормально, не 112 у него хп. О, ебанула ранчика, нахуй. Слушай, Слав, ты записывай реакцию на... Ебанула ранчика. Глаза, нахуй, залился и... Бля, у него какое-то неестественное притяжение. Пожалуйста, можно литр айранчика на меня, нахуй. Заебали пиздеть, давайте жрите рыбу, нахуй. Это, блядь. Давайте разберем. Вот знаете, что это... Слава, ты в кино никогда не снимался? Вот вы шутите, а Слава тиктоки снимает, и все. Хуйтоки, блядь. Это, давайте убьем робота с первого трая, короче. Смотрите, надо 6 хилов. Вот пятая пати. Призван в ДД. Не, вот, а кто тогда хилить? Это инвалид в хиле. Он, блядь, понятно в хиле. А шестой кто будет? Я не уверен, что мы в 5 захилим. Такой интересный, блядь. Void, Prison, Tranquilla, Бидон. А, все, о, нахуй. Тихо, я понял, подожди. Нахуй. Я Мордаунд забыл посчитать. Мордаунд мне... еще, да-да-да. Нахуй. Спасибо, бляха. Алло, мне в ДЦ или в холике оставаться? 2 ДЦ, нахуй. 2 ДЦ, 2 ДЦ, 2 ДЦ, блядь. 2 ДЦ. Да, блядь. 2 хпала, 2 ДЦ, Эршамор Дру, блядь. Вот заебись, пожалуйста. Вы расписали? Сзади Джефф Юль. Вы уже расписали, блядь, эти нахуй? Без росписей. А чем так, уже это? Так прохилят. Я попробую так поговорить, ну, типа, по ситуации. Ну, с первую точно не будем там. Не, я просто доп ИП хотел. Пиздец, с него 28 ямов сняли. Это... Ну и чё нахуй, блядь, 10 рублей на чай, блядь, заебись нахуй. Блядь, четверть буханок. Тебе лишь бы пожрать, блядь. Ничего, кто бы говорил, Будто ты, блядь, нахуй никогда не жрешь, блядь, святым духом питаешься, ребята... блядь, ёбаный бастон. Бля, почти. Флот, может, убьете, а? Да, убейте. Время осталось, пиздец. Каску дайте, ебать. Частица на пасифее будет. Танки. Этот, слышите, чё? Кто у нас там в ретри... Хулидринг? Или танчит? Ретрика 2. Вот смотрите. Конкретно вам. У вас есть макросы, одеть щит? И 50 на 50 у вас. Короче, смотрите. Нету. Сделайте да, по себе сальвы. Сальвы это по себе в первую очередь это вы сдадите, там, не знаю, спуги. Ну, когда посмотрим. Ну, секунд 7 подождите, блядь. Мы босса убить успеем, дамага хватит. Вот, потом, когда пойдет время, что вы будете второй там по игрой, и вот каждые 20 секунд босса талки не дает. Если он, вы смотрите вомен, если он дает на вас эту хуйню, полтинник нажимаете, щит одеваете. Ну, если щита макроса нет, в принципе, он может разъебать, блядь, я не знаю. Вот, и себя начинаете хилить флешкой. То есть, не дамажить дальше, блядь, не лужу обновлять, а хилить, нахуй. Ну, если сальва откатится, второй раз дадите. Вот, ну, сальвы меня и этого Археля, это только по, ну, по каким-то тряпкам пойдет, кто не сможет затанчить босса. ДКшники также затанчат, вот. С Кирсори, свято с вам конкретно. Вомен смотрите и по КД хуярите, на свое усмотрение, вмешательство. По КД вмешательство хуярите, знаете, что это такое. Вот, я думаю, проблем не будет, это большая помощь будет. Если этого не будете делать, будут проблемы с игрой. Причем проверка. Давай, на полу в Хулидринка я первый начну. Ок. По напомню тогда, ну, нормально все сыграл. Не забывайте, напомню, когда босс спулился и идет к Хулидринку, мы все должны подбежать под красный кружок под ногами босса. Если кто-то не успеет, нахуй, то шар прилетит в него и заденет весь рейд. И будет сало на всех, и мы сдохнем, нахуй. Танатос, ты тут? Не, он в отдельном дискорде. В отдельном канале. Да как он заебал, нахуй? С
Все, готов, даю отчет. Чё ты мне перенес? Сразу. Тихо, тихо, ну босса, блин. Слышал. Герас, Илюх, забирай я в той первой турпате. На Герас ПВО. И себя тоже щиту, и свой дом. Будешь сидеть на частот на то все. Канцелятор прожми. Зелёный. На полу Юлю. Дамма сейф на этот удар. На полу Кулидрин. Вархель, давай мы сейф. Давай в Юлю. Юлю на пол. Юлю давай не зыбку. Посмотри там по набранному агро, кому там что давать. Вот я не могу. Отвлекаться. По канцелятору сидит. По ДКшникам не даем салют. Он уже один раз потанчил, не зыбку потратил. Смотрите осторожно. Ему можно мешать оставить. Ну да. Вары, обратите внимание. По канцелятору. На пол в Юлю. На пол в полидринка след. Следующий в Юлю на пол. Мастер, прожмись. Хилим его. Фул ходки, всю хуйню. Давай зубы по нему. Трунка его. А, ушки. Да. Его это обнови частичку на пасифею. После топота... На пол вавила. Дал на этот смасейв. После этого топота друид инвалид седжу резаешь. Лисы, сразу вставай. Вентилятор прожми. Не успел прожаться. Води комбер его. После клэпа встань. Бегим дом. Вархель салю массакру. Бать залагал. Угу. Бать он улетел просто. А, нажимайте что-то, сука, сейвы свои, да сука, мечи. Дай гимн. Сейвы, быстрее, 50 на 50. Юля, этот, Юля, не зыбку нажимай. Блять, реакции ноль, нахуй. Вообще ни ума, нихуя не смотрите, нахуй. Три меча просто. Как вам повезло, что порезали на 20% это говно, блядь. Думал на 10 будет резать. Да.
Что-то. Ну, о, кстати, как я и сказал, блять, ходим. Транквила, ЭЦ. Транквила и Врахель, нахуй, вон, пожалуйста. Получите и распишитесь. Ну, ебать. Транквила 26 пукнул. Ебать. Ну, ебать. Все, можно ебать. Нахуй жить, блять, спокойно. Ебать. Ебау завалил. Ммм, прикиньте, а если 23 не искать там одного? Я думаю, там... Рез. Интересно, на Синдре она вообще даст тебе жизнь? Спасибо. Так, по пистону. Это тот, кто будет танчить Джайну. Обязательно иметь эту хуйню. Это мой пистон, ёпта. Нахуй ты его ролишь, ты ебал. Маленький такой? Я отдам свой пистон. Чё, маленький? Это не внимательно. Кому вперед отдать? Юле? Ну, Хукмастер за ИПГП нажимает, блять. Ага. Вася очень сильно хочет. Ты Джайну хочешь танчить? А если мы сейчас трэш вопросы рубим, он обновится? Не-не, в смысле нахуй, Юля отдавай, спуяли, он же не будет танчить. Хукмастер, ну, помогите, ты... Юле надо. Хукмастер... Он же ее танчил, потому Юля что... самая заряженная, не? А танчит... Не, я понимаю, что Хукмастер танчит. Ну, танчит. Не, у него типа просто опыт на Джайне есть и все. Ну, типа, даже если по ИПГП забирать, то Юли все равно заберет это. Кто-то тоже пошли хочет. На это. Кто там? Никто же. Соляру убьем сразу, да? Пошли на соляру. Может, воронки три штуки выпадет, чтобы ДЦшник. Короче, я готовить пошел, если что. Холидрин, кому отдать нахуй эту хуйню? Кто же на Джане будет у нас тащить? А Лар еще есть. Я не думаю, что Хукмастера надо ставить в танка, блять. Нет, у него ШМ дает нормально. Ну, надо дамажить, блять. Юля, давай. Юля тоже шейм делает. Ну ты, а что, танк шеймом не имеет? Ты-то точно танчить будешь? Да, охеренно. Хорош, нахуй, шейм танчить не хотите, да? У меня тоже шейм есть. Так, там, ну, у вас вариантов нету. Вон, Джайну танчить будем по-любому, блядь. Ну, ты это... Юля и я, наверное. Слава, я если 2-5 заберу, я их могу в танка взять, а не в ДД. Ну, там, на следующей неделе, или там потом. Так, ты ну, не спеши с этим. Трэш, пиздите, ладно, я пошел. Ты куда пошел? Да. А? Отдыхать. А чё так, блядь? Пошли, блядь, трэш бить. Я готовить войд пошел, если чё, давай. Я ещё не раш, и ничего, Слава. Потом приду. Притону тоже надо уходить уже. Ну, и мне надо тоже уходить. Ну, мы уже, типа вообще расходимся тогда, ну все. Да, да, давай на спину уже тогда все. Ворон кидай, наверное. Нет, я уже воронок не дам, блядь. Их не хватает. Нужно... Вот у меня сейчас 4, нужно 6, чтобы открыть ему 2 куска. Ну, купить нету голды. Пошли, короче, этот... Транквилла. Где ты? В Седые Холмы или в Долоран? Я в Бухте. Можно портал Долорана? Я могу, ну, продать воронку. Седые Холмы, да, торговцы? Ну да, да, да. Где? Он у Седжа, так, купи воронку, Слава. За 39 отдам.